«Между небом и землей» в Самарской духовной семинарии открылась выставка необычных икон. В одной экспозиции работы керамистов, заслуженных художников России Татьяны и Валерия Гришиных. Критики сравнивают их произведения с образцами искусства XVI века. Почему? Узнала Татьяна Пудова. Они никогда не делают эскизов даже к масштабным работам, не боятся ошибок. Татьяна и Валерий Гришины работу с керамикой называют уделом мужественных. Очень сложное занятие. Надо профессионально подобрать вот эту массу такую, глину, и это закрепляется высоким обжигом до 1000 градусов. И вот за счет того, что вот спекается вот эта глина, обжигается, так как мы знаем по наследию, что изразцы очень долговечные, и керамика, вот по этой технологии мы как бы и возрождаем. К созданию таких икон художники пришли 40 лет назад. Тысячи прочитанных книг, долгие годы исканий и кропотливого труда. Свежесть и глубина красок, ровный и эмалевый блеск. Лики написаны словно вчера. Дело даже не в том, из какого материала сделана икона, да, а дело в том, что она именно отражает духовный образ Божий, который показывать людям обязательно в наше время именно необходимо. На выставке работы разделены по двум мотивам – справа божественное, слева земное. На небесной половине библейские сюжеты, на земной половине – цветы. Выставка, она дает возможность окунуться вот, в творчество керамических изделий, которые были на Руси. И, Боже милость, сегодня они вот возрождаются по инициативе таких творческих людей, как Владимир Михайлович Гришин, его помощники, супруга и его сын. И я думаю, что все будет поэтапно возрождаться. По окончанию выставки один из экспонатов обретет самарскую прописку в залах Самарской духовной семинарии. Татьяна Пудова, Вячеслав Потоцкий, «Новости губернии».